Да? Берем две идеи, скрещиваем их. Если они очень далеко отстоят, чаще всего они не скрещиваются, ну, типа, не получается. А если они, ну, похожи чем-то, то мы их раз соединяем, получается третья идея. Но третья не похожа на первые две. Ну, то есть, похожа, но не совсем. Да. Ну, и дальше вот так вот ляп-ляп-ляп. Оу, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Так, вот мы и снова здесь. На связи Куджи. Всем привет. Всем спасибо, что вы с нами. Спасибо огромное вам. Андрей, привет. Здорово, Тимур. Да, сегодня нам предстоит интересный разговор. Я не знаю, для чего мне ноутбук. Если уже так вопрос этот стал, для чего он мне нужен. Иногда я что-то в нем нахожу во время нашей беседы. Сегодня будет сложновато. Все, как мы любим. Ты помнишь великий тезис из выпуска «Сплунгян», что, наоборот, все надо усложнять? Да, конечно. Что очень мало сложного стало вот в этом пространстве инфотеймента. Ох, господи, инфотеймент. Да вообще, да. Да, поэтому сегодня будет хорошо, ребят. Андрей, итак, представь, пожалуйста, нашего гостя сегодняшнего. Сегодня у нас в гостях Илья Семеряков, физик. Я даже не знаю, ты можешь перечислить свои текущие как-то эти достижения, не знаю. Ну, я себя позиционирую как одного из создателей квантового компьютера на ионах в России. И все. Ну, там есть какие-то еще. Есть еще лаборатория там, да? Ну, там есть, да. Там я руководитель научной группы в Российском квантовом центре. Угу. Теперь еще и руководитель лаборатории в ФИАНе. Это институт. Физический институт Академии наук. Угу. Вот, наверное, что я там... Ну, так, в общем, физик, да? Просто. Ну, физик, да. Ну, типа, базовый физик. Ну, вы поняли, сегодня будет. Поэтому давайте соберемся все, сосредоточимся. Квантовый компьютер – это не квантовый компьютер. Все правильно понимаю? Вот это. А, нет, вот, этот не квантовый. Это этот ваш. Вы поняли. Это квантовый компьютер. Пару слов. Что это такое в целом? Вот я вообще не... Я-то знаю, но наши зрители, они всегда вот озадачены этим словосочетанием. Оно уже буквально несколько раз звучало у нас в подкасте. Ну да, я-то надеюсь, что все уже пересмотрели все подкасты, все уже в теме, что не придется. Ну, квантовый компьютер. Это компьютер, который работает с одиночными квантовыми системами. Угу. Понятнее, наверное, пока не стало. Ну, то есть у нас обычный компьютер, да, эта штука, она немножко заезженная, да, надо понимать, что вот это мы повторяем из передачи в передачу, из лекции в лекцию, вот, ну, повторим еще раз. Соответственно, что у нас обычный компьютер как работает? У нас есть бит, да, единица информации, там, 0 или 1. В квантовом компьютере у нас есть квантовый бит, кубит, как куджи, только кубит. Вот. Соответственно, тоже двухуровневая система. Вот. Но теперь эти два состояния квантовые. Вот. Оказывается, что если эти два состояния квантовые, то, чтобы описать такую систему, нам нужно вводить целую сферу. Вот. Ну, то есть, пока мы не провели измерения, система как бы одновременно находится в состоянии 0 и в состоянии 1. Вот. Но проще об этом думать как о том, что есть некоторая сфера, мы называем ее сфера Блоха, там есть вектор, вот, ну, стрелочка. Соответственно, ну, и она может как-то быть по-разному расположена. Когда мы проводим измерения, эта стрелочка оказывается либо в одном полюсе, либо в другом полюсе. А вот. Соответственно, дальше вот есть эти однокубитные операции. Да? Таких кубитов несколько. Ну, и вот каждый из них — это такая сфера, на которой можно что-то вращать. Но это была бы, в общем, довольно скучная вещь. То есть это была бы вещь, которая, ну, была бы аналогична аналоговому компьютеру. То есть есть цифровые компьютеры, это был бы такой аналоговый компьютер. Ну, то есть
Просто мы меняем какие-то параметры, вот там эти штуки поворачиваются. Да, там есть какой-то вероятностный характер. То есть каждый раз мы, когда проводим измерение, он то туда, то сюда стрелочка ездит. То есть она не остается вот между. Да? Соответственно, это такая особенность. Вот. Но по большому счету, ну, просто два параметра надо было бы задать для каждого кубита. Но у нас есть такая штука, как квантовая запутанность. То есть мы можем взять и некоторыми физическими ухищрениями сделать так, что больше... Ну, вот мы, например, там с ионами работаем, да? Каждый там кубит у нас закодирован в ионе. Вот. Можем сделать так, что эти физические системы нельзя будет рассматривать отдельно друг от друга. То есть мы пробуем что-то в одной части поменять, а меняется состояние всей системы. Ну, то есть, если у тебя есть пара носков, два носка, они одинаковые? Но если ты один одел на левую ногу, то второй стал правым в этот момент. Ну да, это такое... То есть пару носков нельзя рассматривать, как каждый носок отдельно не живет. Понял. Это система запутанная. То есть, если бы у тебя было три ноги, то бы ты... Ну нет, так бы не получилось, конечно. Но бы два одел, тогда бы третий однозначного был бы вот... Надел, Андрей. Я впервые в жизни кого-то поправил. Вот так, с носками. Много носков, короче. Ну да, в каком-то смысле много носков, но прикол в том, что ну вот после того, как мы эту штуку сделали, физическую, как-то вот запутали их, ну это называется запутали, дальше эти две штуки можно довольно далеко разводить друг от друга, и все равно вся эта система остается как бы единой. То есть если один из этих носков отправить с деком, например, во Владивосток, то когда здесь, в Москве, ты наденешь носок на левую ногу, там, во Владивостоке, тот второй носок станет правым. А? Чувствуешь, какая мощь? Интересно. С практической точки зрения, для чего это все? Вот, да. Ну, то есть, вот такая сложная система. Да. И... Фокус заключается в том, что если система становится вот такой сложной, что вы тут пытаетесь что-то изменить, и сразу меняется вся система, то для того, чтобы ее описать, надо 2 в степени n чисел. Ну, много. Соответственно, с увеличением n это число быстро очень растет. Вот. И получается, что когда вы чего-то делаете вот с этой системой, запутанной уже, то это эквивалентно повороту в 2 в степени n мерном пространстве. Вот. Ну, то есть у нас, например, пространство размерности 3. Да? Ну, так вот мы живем. Uh-huh. Вот. Ну, можно сделать поворот в этом пространстве. Ну, все как-то, все координаты будут преобразовываться как-то, да, при повороте. Ну, uh-huh. там было так, стало так. Uh-huh. В трехмерном пространстве это легко себе представить. Вот. А, соответственно, тут 2 в степени n мерное пространство. Ну, это... Там, например, для 100 кубит это уже размерность пространства там, порядка 10 в 30. То есть это число с 30 нулями. И в, таком, в такой размерности пространства вы за одно действие совершаете поворот. Вот. То есть это тривиальная операция. Там. Пока все еще не... Вообще непонятно, честно. Вот. Но в чем как бы радость здесь? В том, что на классическом компьютере это уже нельзя просимулировать. Ну, вот такой поворот. Угу. Все, чтобы все координаты пересчитать, это ну, сделать уже невозможно. Просто компьютер нужен там размером Солнечную систему, условно говоря. Вот. Для того, чтобы такое вычисление произвести. И оказывается, что это ну, не абстрактная математическая радость, что вот вы можете раз и повернуть это пространство как-то. Оказывается, что можно придумать такие алгоритмы, вот которые будут работать только на этих квантовых компьютерах, а на вашем не будут, которые, соответственно, будут что-то делать сильно быстрее, чем в классическом случае. Ну, например, то, что люди с самого начала думали, это раскладывать большое число на простые множители. Вот для обычного компьютера это, оказывается, очень сложная задача. Ну, то есть вот есть какое-то число. Оно делится на разные другие числа. Ну вот предположим, что мы взяли такое число, которое делится на 3 числа. На единицу, ладно, на 4, на единицу, на само себя и еще на пару. Вот. И вот найти эту пару чисел
оказывается, очень сложная вычислительная задача, если число достаточно длинное. В любом случае, это забавная штука, да, что вот есть пример задачки, которую мы используем, причем не просто мы используем, а мы вот во всех этих системах шифрования по сути именно используем то, что перемножение двух чисел – простое действие, а разложение числа на простые множители длинного – очень сложное. Вот для квантового компьютера это, например, не так. Да? То есть для квантового компьютера примерно одинаково сложно, что перемножить числа, что разложить на простые множители. Ну смотри, вот ты так рассказываешь, это пока звучит как очень такая абстракция. Это я просто с этим постоянно сталкиваюсь. Вот обычный человек, вот он говорит, какая польза от квантового компьютера? Никакой. Никакой. Все, видишь, вот и поговорили. Вот и поговорили. Да. На самом деле, конечно, это же история про то, что квантовый компьютер достаточно мощный, пока не создан. Да. Да, его предстоит создать. Ну, мы над этим как раз работаем. Вот, вы как раз над этим... Сколько у вас сейчас кубитов? Сейчас 20. 20. А нужно 100, чтобы уже было... А вот с 20 уже можно сделать что-то, что на обычном компьютере не сделаешь? Нет, с 20 нельзя. Граница проходит где-то на 30-40, вот примерно в этом. Ну, то есть полпути прошли. Ну, можно сказать и так. То есть там тоже не все нелинейно, да? То есть создать там... 40-кубитную машину, ну, более-менее понятно как. То есть это более-менее линейная штука. Вот тут вопрос от подписчика по никнеймам Теймур. Он спрашивает, может ли квантовый компьютер майнить криптовалюту? Некоторые может, некоторые типы криптовалют мог бы. Ну, там даже лучше. Он мог бы взламывать кошельки, криптокошельки. Даже лучше, понимаешь? Теймур, вот это... даже лучше. Другая схема вырисовывается. Да. Вот. Но на самом деле это же, ну, на сегодня мы так вот себе совсем не до конца представляем, что бы делать с квантовым компьютером. Потому что вот Google, например, недавно, там, пару месяцев назад, объявил челлендж. Они говорят, кто придумает полезный алгоритм для квантового компьютера, да, серьезно? Да, получит 5 миллионов долларов. Вот. Так что если у кого-то есть идеи... Получит премиум аккаунт в YouTube. Вот. На 3 месяца. На 3 месяца подписку. Примерно, на самом деле, по стоимости задачка такая же. Ну, в смысле, что 5 миллионов долларов – это не очень-то и много в этой индустрии. То, что, ну да. Там, квантовый компьютер стоит 10 миллионов, самый простенький. Вот. А тут, ну, за стоимость квантового компьютера люди собираются купить идею, а что можно делать. Ну, то есть, на самом деле, он какие-то штуки пока умеет делать довольно абстрактные. Но почему так происходит? Так происходит потому, что сейчас квантовые компьютеры относительно маленькие. Ну, то есть у них мало кубитов, они не идеальные. То есть, вот. Все мечтают о такой ситуации, когда будет квантовый компьютер, у которого будет много кубитов, и которые будут еще и все очень хорошие. Ну, в смысле, там, все операции будут очень точно проводиться. Там, ошибок не будет никаких. Вот о таком люди мечтают компьютеры. И просто сейчас программирование для квантового компьютера — это такая немножко задачка, знаете, как в школе было, когда компьютеров не хватало на всех. Половина класса там писала программу на листочке. Я вот таким был. И потом они приходили там в компьютерный класс, и, ну, конечно, эти программы там никогда не работали ни у кого там. Был один человек, у которого все работало, но он вполне, да, мог, ему и компьютер не нужен. Вот. Вот сейчас все квантовые программисты находятся в похожей ситуации. То есть компьютер маленький, на маленьких можно запускать что-то. Пожалуйста, приходите запускать, даже на нашем можно. Вот. Кстати, если у кого есть алгоритм интересный, приходите. Вот. Чаем напоим. Ну да, премиум аккаунт в Ютубе не обещаем, но чай у нас есть. Вот. То есть сейчас, соответственно... такая эра, когда люди пишут вот эти программы для квантовых компьютеров на листочках. Вот. И когда большой квантовый компьютер появится, ну, то есть, что мы на сегодня понимаем? Что квантовый компьютер умеет делать то вычислительно, что классический компьютер никогда делать не научится. О, вот сейчас я все понял. Вот. Ну, то есть вот эти повороты в этих, да, супермногомерных пространствах – это такая вещь, которую классический компьютер никогда не научится делать. Вот. А дальше вопрос, что с этим делать. Вот. И чтобы на этот вопрос
Ну, там понятно, что есть все эти ответы на сегодня, да, там какие-то промежуточные, что можно там химические какие-то соединения генерировать, можно там задачу коми-вейжора решать, она там тоже сложная, можно, ну, это вот когда нужно пиццу всем довести, вот, за минимальное число шагов. Мы тут любим есть задачи. Классическая... Вы знаете, сколько будет 7 плюс 9? Не каждый раз. 79. Так. У нас здесь не сложение, а конкатенация постоянно происходит. Да, да. Итак. Вот. Ну, я обычно рассказываю. Выясняется, что совершенно современные, большинство современных студентов не знают, кто такой коми-вейжор. Ну да, да. Да, поэтому я рассказываю эту историю так, что вот был Дикий Запад, это были отдельные городки. Коми-вейжор был человек, который привозил продукты, продавал их какие-то вещи. И говорю, обычно они торговали, ну, чем там, лекарства от старости, гель для роста волос, ну, такие вещи. Полезные вещи. Полезные вещи, да. Которые не работают. Поэтому возникает такая задача, что ты приехал в город, там, соответственно, что-то продал, после этого тебе в этот город лучше не возвращаться. Uh-huh. Дикий Запад, ну, тебя просто повесят там, или шериф застрелит, или что-то такое. И поэтому получается... Или такая... будешь работать рабыней в салоне. Или будешь работать усатой рабыней в салоне, потому что, ну, коми-вейжор без усов, это несерьезно. Или у тебя волосы отращивают твоим гелем. Да. Вот так вот, да. Вот. И, соответственно, вот у тебя есть разные эти, они соединены дорогами, города, и твоя задача пройтись по каждому городу, но побывав там ровно один раз. Да, я понял. И вернуться в исходный город. Это называется поиск гамильтонова цикла в графе. Так. Ну, соответственно, вот ты движешься, 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 вернулся, и тебя не убили. Все, и ты вернулся в свой родной город, и типа... Ну, это задача в чем? Надо, чтобы ты в тот город, в который ты вернулся, там умерло поколение? Нет, твоя задача... Ты в своем городе ничего не продаешь. А, ты не продаешь. Там просто как? Тебе дается абстрактная карта, вот города, вот какие-то из них соединены дорогами, а какие-то нет. Найди путь для коми-вейжора безопасный или докажи, что его нет. Потому что самый простой пример городов, в котором нет пути для коми-вейжора, он такой. У тебя город, и он так с тремя городами по одной дорогой соединен. С одной дорогой с первым, одной дорогой со второй, одной дорогой с третьим. Понятно, что если ты из какого-то города попал в какой-то другой, ты прошел через центральный, и в третий город ты уже никак не попадешь, тебе через центральный надо... Ну, похоже на задачу 7 Кёнигсбергских мостов. Да, это похожее, потому что та задача про Кёнигсбергские мосты — это поиск Эйлерова цикла в графе. Это когда тебе нужно по каждой дороге пройти один раз, и там как раз она сильно легче, для нее все есть. А тут компьютер с такой задачей не может справиться, потому что она... решается только полным перебором. То есть, если у тебя большая карта, то ты... Ну вот, да. Что... Во, а я скажу сейчас. Вот, это мне еще квантовый компьютер в этом смысле напоминает, что есть такое упражнение, что если ты возьмешь... Если, например, ты действительно хочешь решить эту задачу, то можно ее решать так. Ты берешь карту, располагаешь в вершинах. Ну, это даже задача построения еще более сложная, построение кратчайшей сети. Ты в этих точках размещаешь еду, а дальше запускаешь колонию бактерий, она тебе выстроит вот эту вот карту оптимальным способом. На стыке, получается. Она все сделает за тебя. То потому что бактерии очень хотят жрать. Это да. Ну, это тоже один из подходов к вычислениям. Это, кстати, вообще одна из вещей, которая меня в последнее время занимает. Ну, точнее, не то, что занимает, но интересует. Вот так я бы сформулировал. Ну вот, да, что, в общем, есть эти квантовые компьютеры. Они есть, во-первых. То есть они, ну, физически существуют. Да, как они выглядят? Ну, маленькие. Это такая целая комната, набитая оборудованием. Ага. Вот. Разные выглядят по-разному, еще по-разному бывают устроены. Но на самом деле, что они делают? Они создают некоторый новый класс задач, вообще математических, которые мы можем решать вычислительно. Вот. И мы пока весь этот класс не прощупали. Просто потому, что программировать на листочке — это сложно. Вот. И поэтому нам нужно вот такую большую машину собрать, и дальше уже... Он не вот так, да, выглядит? Так тоже бывает. Так вот тоже. Это такой? Классическая люстра. Да. Вот, классическая люстра — это сверхпроводниковый квантовый компьютер. Причем вся эта люстра на самом деле компьютером не является, это просто холодильник большой. Вот. А сам компьютер там висит на вершине этой люстры. Вот. Такой чип. Нет, это интересно выглядит реально. Вот. А то, с чем мы работаем,
Это, ну вот, стол побольше этого. И там стоят лазеры, вакуумные камеры, там зеркала какие-то, акустооптические модуляторы, там электрооптические модуляторы. Вот, волокна везде разложены, как, ну, как те, по которым интернет приходит, там какие-то провода свисают. А к интернету можем подключить квантовый компьютер? Да, у нас подключен. Вот. То есть, там VPN работает? Вот такие вопросы, как вам? Ха-ха! Не, я понял. Это просто вопрос. Ну, кстати, я иногда читаю комментарии под видео, где я пытаюсь объяснить, как работает квантовый компьютер. Да. Вот, там бывает великолепно. Там, ну, люди, например, обсуждают там какие-то сверхсветовые истории. Ну, что они говорят, вот квантовый компьютер — это когда вы сможете информацию записать быстрее скорости света. Но это, по версии комментаторов, пока только квантовый калькулятор. Чтобы это стал квантовым компьютером, вы должны еще научиться считывать информацию быстрее скорости света. Тогда это квантовый компьютер. Ну вот, видишь, ты хотел задачу какую-то, алгоритм от слушателей. Вот тебе, вот, пожалуйста, научись считывать. Честно говоря, очень похоже на машину времени. Но это ничего общего к реальности не имеет. Я понимаю, на всякий случай. Не, вообще, как это все выглядит. Вот сейчас описал лазеры, зеркала. Нет, это красиво. Вот это вот, да, это красиво. Выглядит красиво. И это по физике тоже красиво. Потому что вот то, с чем мы работаем, например, мы берем отдельные ионы. Да. Вот. Там ИТРБ-171 изотопы. Ну, металл такой. Вот. Подвешиваем их в вакууме, в электромагнитные ловушки. То есть они левитируют. Вот. Вау. То есть вот так, то? Ну, типа, ну, прям вот так. Вы это видите? Это вот так видно? Да, мы это видим. Ну, то есть у нас камера стоит супервысокочувствительная, которая там собирает фотоны с этих ионов. Вот они так вот висят, они светятся. Вот. Ну, то есть мы на камере это все видим. Глазом не видно. В темноте, я думаю, было бы видно. 369 нанометров. Понятно. Там не очень хорошо глаз видит в этом спектральном диапазоне. Вот. А, соответственно, вот они висят у нас вот так. И дальше, ну, во-первых, они там могут висеть месяц. У нас вот эти 10 отдельных атомов, у нас в компьютере кубит 20, а ионов 10. Ну, такая ситуация. Вот, они висят прям вот там, неделю в этом вакууме. Они охлаждены до температуры там порядка милликельвина. Это в 1000 раз холоднее, чем в далеком космосе. Да? Там, в далеком космосе 2,7 кельвина. А, вот, или 3,7. Ну, типа того. Реально у вас вот есть такие лабораторные исследования, где вы довели такую температуру, да? Да, да. Ну, то есть мы потом еще дальше охлаждаемся. Ну, то есть это там промежуточный этап. Ну, насколько это холодно? Ну, это почти совсем холодно. Ну, то есть... Ну, это абсолютный холод. Да, это абсолютный холод. Ну, то есть... я бы даже сказал так, что вот когда мы уже начинаем вычислять, то там так холодно, что холоднее запрещает квантовая механика. Даже так? Да. Это все делает квантовый компьютер? Ну, это все нужно, чтобы сделать квантовый компьютер. То есть это еще не квантовый компьютер. Вы готовы к тому, что когда вы делаете что-то подобное, вы придете к чему-то такому неизведанному опыту, ну, от которого вы даже не ожидаете? Я даже не знаю, какой привести пример. Ну, что вы окажетесь в другой галактике, допустим. Ну, не прям сразу, но вообще ждем. Ага, серьезно. Ну, это, наверное, такая вторая будет часть нашей беседы про то, в какой галактике мы должны все оказаться. А вот. Я надеюсь, мы до туда доберемся. Сейчас мы вот закончим. Это просто интересно, потому что я много слышу про квантовый компьютер, но впервые общаюсь с человеком. Ну, не впервые. Федоров же тоже, по-моему, да? Теоретик. Теоретик. Он как раз с нами очень много работает. Это человек, который руками может собрать. Который вы руками делаете, да. Я типа, впервые в жизни. Человек, как квантовый компьютер, тебе примерно устроенный я могу рассказать на носках. А вот Андрей, здорово, а теперь, ну, давай. Да. Ты же понимаешь, как он устроен. Мне поэтому интересно, ну, вообще. Ну, да, там с напильником прям, с ножовкой. То есть у вас как бы лаборатория, да? Да. Она да. больше на что похожа? Вот на лаборатории из фильмов, где по сетчатке глаза открывается дверь, вы туда заходите. Не, у нас ключ обычный. Просто обычный ключ. Щелк-щелк. Там нету каких-то... Нет, вот, а внутри там все... Внутри, там хай-тек внутри. Хай-тек внутри есть, да, такой? Ну, вот это вот все, это же... Отдельные атомы на камере просто светятся. Ты заходишь, причем в любой момент ты заходишь, они там тебя ждут. Угу. А рядом вообще-то мастерская.
Да, там через 20 метров там мастерская, где уже лежат ножовки, напильники. Я понял. Ну, потому что атомы начинаются с напильников. Их же надо как-то получить. Ты берешь напильником, чуть-чуть напилил атомов. Ну, кстати, твой любимый инструмент, Андрей. Мой любимый? Да, твой любимый инструмент, который ты чаще всего используешь. Шуруповерт. Ну, шуруповерт. Типа, это очевидно. Это, да. Нет, шуруповерт это реально лучше. Хорошо, лучше, да? Лучше, да. Еще дремель есть. Ну, это что? Ну, такая маленькая болгарка. А, да. Типа прямая, лобзик. Прямая такая. Прямая маленькая болгарка. Сварка еще. У вас же сварка. Да, мы варим тоже. Вот я сам варю. Вакуумная камера. Это, кстати, вот характеризует по мужчину, какой его любимый инструмент. У тебя шуруповерт, все понятно. Любишь закручивать. Гайки. Откручивать. Только у меня откручивание гаек сломалось. У меня я только закручиваю. Там три триггера есть, да? Я только закручиваю. Или только один инструмент можно выбрать. Ну, я бы тоже шуруповерт взял. Тоже шуруповерт. Тоже шуруповерт. Видишь? Нормально. Мы закручиваем гайки, че. Я сейчас пытаюсь вспомнить, какой мой любимый. Пила, наверное. Пила? Обычная пила. Мне очень нравилось... Я очень много пилил. Мне очень... И вырезал. Мне очень нравилось долото. Долото, вот когда тебе, ну, когда ты берешь и нужно выколачивать вот эти, знаешь, штуки для того, чтобы сочленение, когда делаешь из нескольких деревянных штук, да. Там нужно проделать дырку, в которую потом вставляется такая, блин, я все забыл, как они называются. Ну, это скорее стамеска. Да, да, долото стамеска. Долото тупое. Стамеска, да. Стамеска острая. Вот, стамеска прикольная. Так, вот мы от квантового компьютера, ну, к самому началу переходим. Потому что, как тут подмечено верно, квантовый компьютер начинается с напильника. Не, ну первую ионную ловушку я реально руками точил. То есть я ее точил на этом самом... На, ионная ловушка. Да, ну это вот то, куда эти ионы надо загружать. Вот. Я себе такой никнейм сделаю. Вот. Не, подожди, на чем точил? Мне просто интересно. На камнях для заточки ножей. Да? А в чем была проблема? Надо было что-то... Ну, надо было выдержать плоскость там. Электроды, и сделать его при этом достаточно гладким. Вот я купил просто эти камни для заточки ножа. И там аккуратненько их доводил, чтобы они блестели. Кстати, я хорошо ножи точу, Андрей, если что. Я теперь тоже, кстати. Надо камни поливать там. Ну да, да. Но я потом на алмазные перешел. Алмазные, кстати, удобнее. Хорошо, да, тоже? Да, алмазные хорошо. Такие разные пути, да, и такой одинаковый опыт. Да, так, хорошо. Так, есть, ладно, висят. То есть вы не боитесь чего-то такого, чего вы не предугадываете, произойдет? Но мы туда движемся. Вы туда движетесь намеренно? Намеренно. Вот смотри, висят у тебя ионы. Да. Дальше-то что с ними делать? Ну, дальше надо взять еще один лазер. Ну, то есть, во-первых, чтобы там они повисли, нужна электромагнитная ловушка. Ну, это там напильник. Дальше лазером они охлаждаются. Там, да. Специально. Вот. Потом еще берется пара лазеров, уже суперточных. Да. Вот. Ну, то есть у него ширина линии 1 Гц, угу. А частота 10-15 Гц. Ну, мы так обычно. Вот. И получается, если одно на другое разделить, получается 10-15. Это там я могу ошибиться на порядочек примерно. Но это примерно как расстояние от Земли до Луны с точностью до одного атома. Примерно такой. Примерно такой точности лазер. Угу. Нужен, чтобы дальше начать манипулировать внутренними состояниями ионов. То есть там внутри ионов, ну, летают электроны тоже. И мы очень точно меняем состояние этих электронов квантовых. Вот. То есть, ну, можно сказать, что переводим с одной оболочки на другую. Но на самом деле, там... Ну, типа надо лазером, если уж совсем по-простому, попасть в электрон. Ну, грубо говоря, да. Чтобы он перескочил на другой энергетический уровень. Да, да. И надо это сделать там не просто абы как, а супер-пупер точно. Ну, то есть у нас, например, там точность однокубитных операций сейчас 99,95%. То есть мы не просто вот берем там и поворачиваем эту стрелочку, а мы поворачиваем так, что она ну, вот, приходит прямо туда, куда нужно. Вот. Что она не попадает куда нужно один раз там за 10 тысяч. Ну, там, 5 раз за 10 тысяч экспериментов. То есть мы не просто манипулируем внутренним состоянием атома, как там его жизнь, а мы делаем это вот там, с точностью 10-4. Тут вот видишь, как получается, ну, как, когда ты теорию рассказываешь, оно там типа вот у тебя кубиты, они что-то связаны, да. Она такая, ну... Такая. Да. Такая, ну, будем честны, она не очень впечатляющая. А у вас есть видео, как это работает все? Есть, да. Вы снимаете, да? Ну, к нам в последнее время регулярно люди приезжают, что снимают.
Вот. А это, а теперь ты говоришь, ну, это надо технически реализовать. Это делается так, ты берешь, пилишь, значит, на камне эту ловушку собираешь, лазеры, один лазер, второй лазер, дальше сверхточный лазер, дальше у тебя есть компьютер, камера, видно, как они пульсируют. Дальше ты начинаешь писать программу для этого компьютера, да? Вот. Ну да, да, это увлекательно очень все. То есть я это гораздо больше люблю, чем вот эту теорию. Ну и дальше же начинается развлечение, вот. Хочется, чтобы поточнее было. Да? Ну, и всем хочется. Как бы приходят теоретики и говорят, вот мы такой вам принесли алгоритм. Мы им говорим, слишком много двухкубитных операций, слишком много. Вот. Они говорят, ну, а что, это делаете? И дальше ты там начинаешь развлекаться. Какой-нибудь там сверху магнитный экран надо поставить, чтобы магнитное поле не флуктурировало вблизи этих ионов. Такую коробку просто из специального железа. Вот. Сам сварил. Ну, да, я сам намотал. Вот. Потом там раз, ну, надо какие-то... Ну, дальше там много теоретических тоже всяких штук, что вот там, чтобы один атом с другим запутать, мы начинаем один колебать ион, и все, на самом деле, в цепочке начинают колебаться, они там все как-то колеблются, а потом мы должны такое хитрое тоже лазерное поле создать, чтобы они сначала все поколебались, а потом все одновременно перестали. И замерли бы обратно. Вот. И для этого нужно там очень хитрые формы этих лазерных импульсов подбирать, чтобы они вот сделали вот это, а не что они хотят. Вот. И там всякие параметры дрейфуют. Вот, там напряжение на этих ловушках немножко меняется во времени. Температура там куда-то плавает. Ну, там последнюю неделю мы, например, занимались тем, что стабилизировали температуру ловушки. Вот она там была стабилизирована с точностью там, 0.5 градуса. Вот. Но сейчас под 0.1 залезли. Вот. И это улучшает то, с какой точностью мы можем вот этот вот там расколбас и заколбас обратно делать. Вот. Ну, то есть это такая, это тонна просто всякой технической работы. Тонна. Вот. Но это как атомный проект. Ну, да. Я бы даже сказал, что это сложнее, на самом деле. Ну, вот, с точки зрения техники это сложнее. Ну, например, нам тоже надо разделять изотопы, да. Ну, вот в атомном проекте одна из задач была разделить изотопы. Но мы хотим работать только со 171-м изотопом энтропии. Ну, изотопы — это разные, один и тот же атом бывает с разными немножко ядрами. Вот. Ну, то есть у атома есть ядро, да, и там вот оно бывает немножко разное, а элемент один и тот же. То есть электронная оболочка одна и та же. Вот. Ну, и вот там нужно было в атомном проекте разделять изотоп. Нам тоже нужно. Но мы это делаем прямо на лету еще одним лазером специально. То есть, ну, это такая, типа, базовая операция. Для... Просто это, видишь, серия задач возникает. Да, химических, да. Физических. Да, да. Там, ну, много таких разных задачек. Они и физические, и технические, и там квантово-механические есть задачки. Ну, посчитать, как все эти атомы будут двигаться, когда там сложный лазерный импульс на них прилетает. Это довольно, ну, нетривиальная квантово-механическая задача. Скажи, а ты же ведь начинал-то как астрофизик. Был дело. А как тебя вот в это занесло немножко-то? Потому что вот в астрофизике, наверное, меньше руками надо работать, да? Ну, самую малость. Ну, вот хочешь сказать, что да. Ну, как, я занимался вот астрофизикой. Ну, так тоже вышло. Я вообще в школе-то я хотел быть теоретиком. Вот. Я в старших классах думал, ну, надо заниматься какими-то важными задачами. А не обидно бывает? Вот смотри, вот ты рассказываешь, что вот есть куча проблем, которые вы решаете. Неделю вы решаете проблему с дрейфом температуры. Вот. А теоретик за неделю может 3 статьи написать. Ну, так и слава богу, только в путь, пусть пишет. Вот вы и угадываете. Ну, нет, это же просто разные развлечения. Ага. Ну, то есть мы... Вообще, мне кажется, что жизнь так устроена, что чем бы ты ни занимался, тебе всегда придется решать какой-то там спектр проблем. Ну, у теоретика там какой-нибудь интеграл будет не сходиться, или там будет непонятно, откуда там что берется. Ну, там свои специфические проблемы. Вот. Ну, он их будет решать. Да, там какую-нибудь математическую статью люди там по году пишут или там по два, и она там потом выходит 150 страниц. Вот. Обиднее, когда 20. Ну, год писал, и получилось 20 страниц. Ну, такое тоже бывает. Ну, то есть я с математиками знаком, но математикой никогда не занимался. Вот. Ну, то есть это просто разные развлечения. Вот. Ну, и надо выбирать развлечения себе
по душе, который тебе нравится, нравится развлекаться. Ну вот да, я в школе хотел быть теоретиком, но как бы показалось, что для теоретика я недостаточно умный. Вот. Но бывают в жизни огорчения. Вот. Ну, потому что я думал, вот надо заниматься самой важной задачей. Да, у меня вот казалось, что самая важная задача в мире — это понять, вот, как устроено там взаимодействие. Ну, вот там есть сильное, слабое, ядерное, там, электромагнитное, гравитационное. И вот там три, да, хорошо ложатся в теорию, одно там как-то плохо ложится в теорию. Вот, и, ну, там, и вот подвязать бы. Вот. Я думал, ну, я тоже какие-то научно-популярные книжки читал. Там было написано, ну, вот это самое важное. Вот. Тогда еще квантовые вычисления не были такими популярными. Ну, то есть в книжке написано, вот есть важнейшая задача современной физики объединить четыре взаимодействия одной теории. Да. Угу. Ну, я думаю, ну, это вот, значит, задача для меня. Андрей еще говорил, что вы очень верите в искусственный интеллект в будущем. Это да. Да? Это да. Но я думаю, что это неизбежно. То есть, так, интересно. Вот. Я думаю, что... Как бы какая у меня логика в голове? Вот есть некоторые скорости развития систем. Да. Любая система развивается с некоторой характерной скоростью. Сейчас я поясню, что имею в виду. Вот есть, например, эволюция, да? Да. Вот, ну, вроде там. Договоримся, что есть. Вот. Ну, соответственно, дальше есть некоторые точки, да, там, точки усложнения. Ну, вот, ну, новые какие-то вещи в эволюции возникают там, ну, раз в миллион лет. Ну, это еще быстро. Иногда там раз в полмиллиарда лет. Ну, первые шаги вообще раз в полмиллиарда лет делали. Ну, какая-то характерная цифра — миллион лет. Да, то есть человек сейчас и человек там 500 тысяч лет назад плюс-минус то же самое. Вот. Мозги примерно одинаковые, там руки, ноги, все очень похоже. Вот. Ну, там, понятно, что специалисты мне скажут, что там есть различия, но не принципиально. А у технологий совсем другая скорость развития. Да? То есть даже у цивилизации другая скорость развития. Вот цивилизация полмиллиарда лет, полмиллиона лет назад, ну, это совсем другая история, да? Что люди умели на тот момент. Ну, ничего не умели. Ну, в сравнении сейчас, да. Да, в сравнении с нынешним, там, ничего не умели. Вот. Поэтому, ну, и да, эти как бы сроки, они все сжимаются, да? То есть если первые шаги в эволюции делались там за субмиллиарды лет, то сейчас это там уже миллионы лет, это в тысячу раз вообще быстрее. Вот. С технологическим развитием тоже. Там, оно сначала какие-то первые шаги делались тысячи лет, да, там, между новыми вещами. Сейчас новые важные технологии появляются раз там, в 2-3 года. Вот, то есть вот характерное время, ну там интернет, да, или там нейронные сети, или там смартфоны. Да, то, что поменяло облик нашей цивилизации. Вот, то есть сначала шаг был, ну, не сначала, 80-е, 90-е, шаг по времени был, ну, лет там 15-20. Да, сейчас это уже 2-3 года. Ну, вот так это все сжимается. И дальше вот есть развитие эволюционное, у него шаг по времени вот миллион лет. Но он не станет там 10 лет, если только специально генетически не выводить людей. Вот. Но тут есть какая-то дискуссия, почему-то это люди делать не хотят. Вот, хотя... Генетически выводить людей? Ну да. Ну, например, можно же вывести, ну, вот собаки, да, есть вот такие. Да. А есть, ну, вот большие. Такие. Вот. И там по времени их вывели за сотни лет. Я вот хотел как-то, моя теория, чтобы все дошло до того, чтобы можно было вместо домашних животных создавать точные копии знаменитостей, ну, живые такие, маленькие. Вот такого где-то роста. Ну, точная копия, чтобы у тебя дома бегала. Допустим, точная копия, вот, если ты поклонник Андрея Коняева, вот ты мог такой купить. Соответственно, тебе отчисление. Да, ну, то есть не бесплатно. Не да? бесплатно. Ну, у тебя дома, и у тебя дома вот такой. Ну, вот это маловато, я думаю, что... Не, ну, вот такой вот маленький. Ну, вот такой минимум. Не-не-не, чтобы его можно было с собой носить. Нет, вот, ну... Вы Андрея берете и с собой несете. Ну, понятно, да. Ну, это сложно там. Разговаривался. С уставами будут проблемы. Я с этой точки зрения не думал. Это просто шутка была. Ну, то есть чуть побольше можно. С суставами. А вот если такое маленькое, с суставом. Так, так, так. Ну, и мозг у него, кстати, будет меньше. Тоже проблема. Вот. А можно, да, выводить, ну, там, например, людей, у которых мозг был бы больше. Вообще больше. Ну, вообще больше. Ну, там, килограмм 15 мозга.
И или что-то это бы давало? 20 килограмм мозга. Но это были бы совсем другие персонажи. Они бы думали совсем на другом уровне. Вы думаете, сейчас это реально? Да, технически, я думаю, вообще проблем нету. Вот. Но запустить лазеры, подключить. Ну, типа того, да. Там, ну, эти всякие генетические подходы сейчас супер крутые. То есть можно ли там аккуратненько в ту сторону подвинуть человека? Можно. Но это вопрос этический больше, да. То есть, да. Ну, то есть, например, вот вы создали расу людей 15-килограммовых мозговиков. Вот, например, они все еще думают в логике обычных людей. Да? Ну, во-первых, что они сделают? Ну, они возьмут и сразу там, всех обычных людей более-менее обнулят. Ну, потому что, ну, ж тупые. Uh-huh. Вот. Невозможно просто с этим мириться. А вот. Ну, и как-то неприятно. Ну, ну и, может, там еще какие-то побочные эффекты были. Да. В общем... Какие-то еще побочные. Но мы их не узнаем. Да. Нас обнулят. Лучше не надо. Так. Вот. Ну, вот есть такой, да, там подход. Да. К, ускорить сильную эволюцию. Да. Мы пока не хотим. Пока нет. Вот. А технологию нельзя замедлить. Ну, то есть нельзя сказать, а ну-ка, все быстро перестали. Можно. Так можно сказать где-то локально. Ну, там. Там, где у тебя есть физическая какая-то власть. И, ну, прикол в том, что если ты здесь запретил, ну, соседи такие скажут, а нам, нам норм. Ну, то есть глобально невозможно остановить прогресс. А хуже того, если его попытаться остановить, и вдруг это получится, вдруг ты такой ловкий, что у тебя получится, то ну, цивилизация тоже очень сильно поменяется. Потому что мы привыкли, на самом деле. Мы этого не замечаем, но мы привыкли к тому, что прогресс супербыстрый. То есть... Ну, с разных точек зрения. Там, мы привыкли не умирать от голода, например. Это мы привыкли, реально. Вот. А это 50 лет прошло всего. 50 лет назад люди от голода еще умирали в развитых странах. Вот. Ну, ладно, 50-70, 70-80. Ну, ну, 100. Точно 100. Ну, 100 для надежности. Да, для надежности, да. Точно, да. А это, ну, то есть это вот все развитие технологий, да. Вот. Мы там привыкли жить, ну, каких-нибудь 80 лет. Угу. Да, там. Вот. Ну, и там. 70-80 лет. А так вообще 50-60, да, тоже там 100 лет назад еще. Вот. Ну, какая-то такая медианная история. Ну, в общем, технологии развиваются, и мы от этого зависим. И остановить их нельзя. И вот время развития характерной технологии, оно единицы лет. Вот. А характерное время развития эволюции, вот, естественно, в моем ключе, это там миллионы лет. А дальше что получается? Что вот эти штуки технологические, они будут все сложнее и сложнее. Ну, вот вы сегодня описывали квантовый компьютер, ничего не понятно. Ну, уже достаточно. Очень сложно. Уже, да, достаточно. Ну, можно там... То есть, сравнение с тем, что было миллион лет назад, наверное, тяпка. Ну, да, 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 там, да. Но там есть еще запас, как бы, то есть да, там... Да, да. Вот. И они, ну, будут развиваться такой, такой стеной, да. И в том числе будут развиваться вычисления. Я просто я про это как-то рассказывал, что, типа, я... 20 лет назад мог объяснить, как работает телефон. От начала и до конца. Что ты берешь... Обычный стационарный телефон. Да, ты берешь алло, телефон, да, да. Он электрический, электрическое реле. Я да, поворачиваю, да, идет звук, прерывается это там на станции, записывается да. Сколько-сколько. Разные цифры, разное количество прерываний. Все помнят, что нули занимают больше всего времени. Вот. После того, как ты набрал, происходит соединение, электрический сигнал подается, здесь колеблется динамик. Все, я описал тебе, как работает телефон. Я тебе не опишу, как работает этот телефон. Потому что он помимо того, что здесь еще техническая часть, нетривиальная, технологическая часть, здесь еще как бы голос передается не так, не электрическим сигналом, он преобразуется, модуляция, там, как это, кодируется, там, какие-то преобразования Фурье. То есть очень-очень сингулярная вещь, а, ну, решает такую же задачу, по большому счету, позвонить. Ну, коммуникации какой-то. Вот, и поэтому в будущем вполне возможно, что у тебя будут, окружать вещи, очень похожие на те, которые окружают тебя сейчас. Компьютер, чашка, стол, не знаю. Но они будут настолько сложно устроены, что там, например, чашка, я не знаю, что-нибудь будет умная чашка, она все будет понимать. Нет, я думаю, все сведется к тому, что ты вот так вот пьешь воду, а там можно на дне смотреть видосики. Мне нравится, что чтобы ты... Чтобы вот так... Ну, вообще это, чтобы, кстати, чтобы вообще не отвлекаться это идея для стартапа. Это да. От контента.
Да, 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 здесь у тебя опсет такой. Да. Ну, понимаешь. А у тебя просто будет в мозг фигариться. И это, кстати, очень забавная штука. Вот смотрите, например, была такая задача, чтобы игры не лагали. Угу. Вот. Ну и графика была получше. Люди разработали специальные вычислительные устройства. ГПУ там называется, да? Graphic Processor Unit. Вот. А, ну, видеокарты. Да? Да. И все это хорошо работало. Потом люди придумали криптовалюты, такие, о, на видеокартах можно майнить криптовалюту. А потом люди придумали модели искусственного интеллекта, и там работают такие же процессоры. Ну, то есть, это такие же точно, ну, то есть, NVIDIA их выпускает, да, компания, которая, в общем, выпускала все эти видеокарты, она процессоры выпускает на тех же принципах, ну, вот для этих систем искусственного интеллекта, что люди решали вроде как, ну, вот задачу, да, примерно такую, типа, чтобы смотреть в стаканы, там видео было. Вот, то есть, они решали задачу. На тот момент она мало кого интересовала, потому что игры еще не стали мультимиллионным бизнесом. Это, ну, когда выходил первые выходили видеокарты NVIDIA, это был 99-2000, это была RIVA 128 ZX и RIVA TNT, и это, типа, были такие, ну, не было столько геймеров, как ну, сейчас. Ну, да, да, нет, ну, это, то есть, запрос был другой, да, у общества, и ну, решалась задача одна, а решилась задача другая. Да. То есть геймеры создали искусственный интеллект. Да. Ну, то есть они, каждый из них заплатил там свои кровно заработанные для того, чтобы вот сегодня был сильный, ну, там, не сильный, но искусственный интеллект. Да? И это я к чему? К тому, что мы еще не очень понимаем, как выстраиваются все эти штуки в развитии технологическом. Что вроде как эта задача вообще ничего общего не имела с каким-то там искусственным интеллектом. Оказалось, что вот. Вот. И здесь тоже. Вот мы там сейчас думаем, ну, наверное, там, наивно себе представляем, что ну, вот сейчас там с нейросеткой можно поговорить по душам. Вот. Есть даже смешной такой мем. Там, человек пишет «Мне грустно и одиноко». Вот, нейросетки. Она ему говорит, ну, сочувствую. Он говорит, можешь просто поплакать со мной? Он говорит, ну, я не обучена. Вот он дальше, там он пишет просто капсом «А-а-а». Она такая, и она отвечает ему «А-а-а». И потом он капсом пишет уже «А-а-а». И это тоже, значит, ему отвечает так же. Ну, то есть с нейросеткой можно, на самом деле, уже поговорить и, ну, тест Тьюринга, то есть проверку на человечность, она чаще всего уже проходит. Вот. Ну, то есть человек, когда разговаривает, не может понять, он говорит с человеком живым или угу. с нейросетью. Ну, если он там не специально обучен и не тренирован. Некоторые люди не способны пройти тест Тьюринга. Да-да-да, это тоже их правда. Их много очень. И это такая сложная когда ты тема. Переписываешься с человеком и не понимаешь, и понимаешь, что ты говоришь не с человеком, а потом выясняешь, что это живой человек с тобой переписывался. А что такое тест Тьюринга? Это вот я-то знаю. Это да. Некоторые наши слушатели, они тест, чуть озадачены. Тест вслепую. Вот я с тобой переписываюсь. Угу. Вопрос, ты переписываешься с живым человеком или понял. С машиной? Да, и да. До появление вот больших лингвистических моделей, это было прям регулярно, каждый год проходили соревнования, писали чат-боты, а как только вот появились большие лингвистические модели, это сразу потерял смысл. Потому что там была... А нет такого, что очень просто, ты просто на сленге каком-то отвечаешь, и все. Напишешь на сленге каком-то. Да, ну, это знаю. И живой человек не всегда распознает. Ты, ну, то есть... там же важно чтобы она продержалась. Там, по-моему, требование было, чтобы она продержалась 10 минут. 10 кто? Минут. А, она это кто? Ну, модель. Модель. То есть ты переписываешься с моделью. Так. Из Инстаграма. Так. Вот. И вот 10 минут ты думаешь, что это живой человек. Если так получилось... А, ну, это задача не обычного человека, а разработчиков, скорее. Да, конечно. А, все, я понял. Я думал, обычный человек. Я быстро взломал бы. Андрей, я вот в разговоре по душам я быстро определяю, да, у кого есть душа, а у кого ее нет. Ну, это вот некоторый профессионализм. Но, тем да. не менее, прогресс, он такой тоже есть. Да? То есть и, ну, я не думаю, сегодня я не думаю, что это будет линейное развитие, что мы просто вот возьмем, сделаем еще больше видеокарт, поставим еще больше угу. параметров в эту модель вобьем, и она начнет нам... рассказывать, как жить.
Хотя это тоже бывает такое, да, то есть у нее появляются некоторые эмерджентные так называемые свойства. Ну, то есть мы делаем что-то больше, а оно становится сложнее от этого. Ну, то есть берем там два шарика. Это уже не два шарика, а квантовый компьютер. Вот. Ну, то есть... Понятно. Ну, там с газом это такая, да, самая понятная история с газом, что газ ведет себя не так же, как отдельные молекулы, которые его составляют. Вот. Ну, то есть у нее есть какие-то эмерджентные свойства. Например, там, когда стало побольше, она научилась математику какую-то простую делать. При том, что ее никто математики не учил. Вот. Ну, то есть ее учили просто последнее слово добавлять, а она вот раз начала там складывать неплохо после того, как стала достаточно большой. У меня товарищ считает, что в ближайшие пару лет она сможет, ну, типа, олимпиадные задачи решать. Да, да. Вроде даже какие-то уже решает. Какие-то уже решает. Ну, типа, ты вводишь олимпиадную задачу, и она тебе решение... Кому? Дает. Нейросеть? Да. Ей вот, ну, окей. Причем вот именно текстовую. Не все решает и какие-то не решает, но вот ты вводишь, и она типа способна выдать тебе решение, которое окажется еще и решением. Не просто билибердой, а вот типа правильно решила задачу. При этом она не решает задачу, она просто составляет некий текст. Вот и удивительным образом вот это решение, как вот мы обсуждали, что ты решал задачу создания графики, а решил задачу создания искусственного интеллекта, так и здесь. Решалась одна задача, а хоп, у тебя какой-то инструмент, который способен на что-то больше. Хорошо. Ну так. Да, потому что изначально решалась задача вот в этих трансформерах, да, решалась задача перевода. Так. Машинного перевода с одного текста на другой. Языка на другой. Вот. Ну, то есть... Чего, мне кажется, сейчас не хватает этим моделям? Да, во-первых, что было бы круто, если бы они научились делать? Если бы они научились делать новую науку. То есть, как по моим представлениям, вообще, что такое наука сначала? Да? Что наука — это некоторый граф идей. Да? Что, ну, такая связанная структура некоторых идей. Кто-то там придумал Ньютон, свои законы Ньютона. Да? Вот. Но перед этим был Кеплер. Кеплер, значит, наблюдал за движением планет. Точнее, он уже описывал движение планет. А еще перед ним был Тихо Браге. Вот он уже наблюдал за движением планет. Вот Тихо Браге там понаблюдал, Кеплер описал, систематизировал и описал. Ньютон там создал свои три закона, да, которые там в школе люди проходят. Вот. Ну вот три точки, да, они связаны друг с другом. Вот. Дальше там есть разные штуки. Ну, например, если вот современную машину мы видим... Там идеи Ньютона, они тоже заложены. То есть есть связь и туда. Да. Вот. То есть это такой сложно связанный граф. Вот. И как, мне кажется, появляются новые идеи? То есть мы берем две идеи. Они появляются похожи на живые существа. Да? Берем две идеи, скрещиваем их. Если они очень далеко отстоят, чаще всего они не скрещиваются. Ну, типа, не получается. А если они, ну, похожи чем-то, то мы их раз соединяем, получается третья идея. Но третья не похожа на первые две. Ну, то есть похожа, но не совсем. Да. Ну и дальше вот так вот ляп-ляп-ляп, и получается наука. Вот. То есть получается новые идеи. Но для этого нужна большая... То есть научный поиск — это скрещивание предыдущих идей, ну, да, и получение их потомства. Да, да. Хорошо. Вот. Получение потомства. В этом смысле тоже забавно, что вот, ну, к идеям, я вот рассказал про граф, да, идеи, к идеям можно относиться тоже как к живым существам. Да, что, и при этом эти живые существа обитают пока только в одной среде, в нашем мозгу. То есть наш мозг — это среда обитания для таких вот интересно. Живых существ, которые скрещиваются там, тоже без, ну, часто без нашего на то одобрения, вот они там поселяются, как скрещиваются, там дальше эволюционируют. Что-то мне как-то неприятно стало, что у меня в голове кто-то без моего одобрения скрещивается, ну ладно. Ну да, а что делать? Вот. Мне приятно. Хорошо. Главное, чтобы идеям было приятно, когда они скрещиваются. А, вот. Ну вот, есть только одна среда такая, да? И как бы я бы рассматривал сильный искусственный интеллект в том контексте, что это была бы такая среда для размножения этих идей. То есть ты можешь идею... То идеи раньше жили только в голове, да, а теперь ты можешь эту идею куда-то пересадить, и она там будет это. Угу. А вы не боитесь каких-нибудь последствий? Я банальный вопрос задам сейчас из фильмов про антиутопию.
что искусственный интеллект может развиться через какое-то время до такой степени, что может, там, я не знаю, захватить политическую власть. Что-то типа этого. Или он захватит какие-то, знаешь, там, все компьютеры в мире, вычислительные, квантовые, неважно. Устроит какую-то технологическую катастрофу. Ну, обычные вопросы. Так и... Когда он начнет действовать уже без оглядки на человека, на его создателя? Так и на здоровье, господи. А, на здоровье. Ну, интересно, да. Что получится? Да, ну, в этом смысле, если эта штука... Ну, как, начнем с того, что люди делают то же самое. Да? То есть люди стремятся к тому, чтобы захватить политическую власть. Угу. Вот. И ну, там, у некоторых это еще и удается. Вот. Дальше они делают, ну, там, тоже какие-то человеческие вещи. Да. Да. Вот. А если это будет более сложная структура, да, ну, в чем прикол, что есть физическое ограничение на сложность скрещивания вот этих идей, да, ну, и на скорость скрещивания этих идей. Это ну, вычислительные способности нашего мозга. То есть они ограничены. И они не растут. Вот в чем проблема. Ну, то есть мы не можем раз и подкачать там себе еще в голову. Вот. Губы можем, а голову нет. И это проблема. И, ну, получается, что мы вот с какой-то скоростью развиваем этот граф идей. Если эта штука окажется более эффективной, более энергоэффективной, больше просто по размеру, да, мы возьмем ее там и, ну, в 2 раза больше, в 10 раз больше, она будет делать это быстрее, и это будет более сложная и более интересная в конечном итоге цивилизация. То есть сложность нашей нынешней цивилизации, она во многом определяется вычислительными способностями нашего мозга. Точнее, ограничениями этой вычислительной. Ну да, ограничениями. То есть, вот мы можем создать цивилизацию такой сложности. Ну, у нас сложная цивилизация. Ну, мы пока не знаем, чтобы у кого-нибудь было посложнее. То есть... Не, ну она сложная. Ну, сложная. Нет, это тебе так кажется. Если бы ты, например, посмотрел, ну, как бы неандертальцам перед тем, как их истребили, наверное, тоже казалось, что у них сложная цивилизация. Они такие, типа, мы такую цивилизацию не, ну это понятно, но хорошо сейчас. У неандертальцев, я не знаю, у них была оглядка на прошлое? Была оглядка на прошлое? Сколько они могли вспомнить того, что было в прошлом? Возможно, меньше, чем мы. Но дело не в этом. Дело в том, что если у тебя появится новая цивилизация, если у тебя действительно машина разовьется, вот она сможет двигать эти идеи начнут развиваться и жить, то у тебя так получится, что эта цивилизация, созданная машиной, будет на порядок сложнее. То есть мы для них будем неандертальцы. То есть когда ты говоришь, вот, например, они, может быть, нас уничтожат. А может, и не уничтожат. Может, в зоопарк, как в зоопарке оставят. Может быть. Такие, типа, прикольные были. Такие примитивные, смешные. Не, ну понятно, но неандертальцы тоже являются частью сложной цивилизации человечества. Я вот к чему скорее. Ну, не уверен. Ну, это можно по-разному рассматривать. В этом смысле мы тоже будем частью их сложной цивилизации. Мы же придумали какой-то граф идей. Да, они его явно будут иметь в виду. Ну, то есть, глупо было бы его игнорировать. Да. Ну, просто вот это будет выглядеть так, что мы там, ну, условно говоря, построили такую, ну, башенку в песочнице, да. А эти пришли с балками стальными и там захреначили небоскреб 800 метров в высоту. Вот, и они такие, ну, вот это нормально. Uh-huh. Вот, ну, но башенку тоже сохраним. Там не будем растаптывать. То есть очень может оказаться, что эти штуки окажутся сильно сложнее. Что нас... мне кажется, принципиально отделяет от этой точки. Вот почему современный искусственный интеллект так вот линейно не отскалировать? Потому что у него очень маленькая контекстуальность. То есть вот он, что он делает? Он смотрит несколько слов назад. Да? Что было, чтобы понять, что следующим сказать. Mm-hmm. Вот. Ну и там характерный размер этой контекстуальности — это тысячи, десятки тысяч слов назад. То есть это небольшая книжка. Ну, там, брошюрка, условно говоря. Вот. Чтобы придумывать новые штуки, мне кажется, нужна очень большая контекстуальность. То есть нужно связывать достаточно разные вещи. Ну, там, законы Ньютона какие-нибудь и преобразование Лоренца. Ну, или там,
какую-нибудь матричную, ну, вот эти матричные преобразования, да, что там специальную теорию относительности собрать. Довольно сильно разные вещи нужно держать одновременно в голове, не брошюрку. Но проблема в том, что с ростом вот этой контекстуальности сложность вычислений очень быстро нарастает. То есть там, опять же, придется такой компьютер построить, который будет там сильно больше, ну, чем те, с которыми мы имеем дело. Сильно больше. Ну, то есть не, там, не в 2, не в 5, не в 100 раз. Сильно. Сколько сильно, я не знаю. У меня в оригинальной версии «Матрицы», она же типа перед тем, как вышла, там ее несколько раз правили, люди были не батарейками. Вот они типа, они же там все подключены, а они использовались для вычислений. То есть «Матрица» это была, ну типа, не очень понятно там, из, если смотреть фильм, не очень понятно, зачем батарейкам выдуманная реальность. Да? Ну, там про это чуть-чуть говорится, что вот первая версия «Матрицы» была таким идеальным миром и там плохо работала. Но на самом деле в оригинале было гораздо продуманнее была идея. Идея была, что «Матрица» нужна для того, чтобы ты живешь, а часть твоих ресурсов мозговых машины используют для вычислений постоянно. То есть все эти люди — это типа такие вычислительные элементы для машин, которые вот типа всем управляют. Потом, видишь, может быть, есть такой вариант еще. Нет, такой тоже может быть, да. Может быть так, но я склонен скорее думать, что если получится вот такую штуку собрать, которая сможет большую контекстуальность смотреть, то ну, она сама справится. Ну, то есть там, там все хорошо будет. Вот. Но нужен какой-то, нужны другие подходы. И вот это как раз то, что меня в последнее время интересует. То есть, там, ну, как-то это для себя четко. Вот то, что это будет, во-первых. Да, что бы мы ни делали, это будет. И я для себя это сформулировал, ну, недавно. Типа там, пару месяцев назад. Что да, это будет. А дальше нужно заниматься двумя вещами. Да. Первое — это какая-то алгоритмическая. То есть понимать, ну, как вот можно развивать контекстуальность не тупым перебором. То есть не просто все слова взять, а как там сначала понимать какой-то субсмысл, потом его там закладывать следующий субсмысл. Ну, такие, по видимости, нужно там несколько таких ячеек пройти, субсмыслов, для того, чтобы собрать это все в единую картину. Вот, может быть. А может, как-то еще. Вот, с одной стороны, да, алгоритмическое, а с другой стороны, физическое. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но вот квантовый компьютер — это может быть одна из физических реализаций. Потому что в квантовом компьютере вот эта контекстуальность, она естественным образом зашита. Потому что вот мы берем все эти кубиты, да, крутим здесь, тут что-то меняется. То есть это, в каком-то смысле это физически контекстуальность. Да, то есть это много систем, которые связаны друг с другом. Угу. Вот. Может быть, это хорошая ветка. Но для этого, опять же, нужен большой квантовый компьютер, нужны там алгоритмы, которые будут думать про это, ну, то есть в этом направлении развиваться. Но, может, это и будет. Ну, и это вот такая одна из вещей, которая меня, ну, драйвит, да, то есть это вот было бы интересно. А с другой стороны, интересно смотреть просто в железо, да, какие еще есть там варианты построить компьютер. Ну, вот там можно на транзисторах, да, как это сейчас у нас там сделано. Единственный ли это вариант? Ну, конечно, нет. Вот мне было бы интересно поразбираться. Я думаю, даже семинар такой организовать осенью. Ну, серию семинаров, да. То есть не один раз собраться, а там пособираться с людьми, позадавать им вопросы, пообсуждать, какие могли бы быть подходы к вычислениям именно физически, на физическом уровне. Отличные вот транзисторных. Вот. Ну, там есть... У меня какое-то представление, да, что там можно на фотонах что-то делать. Что... А ты думаешь, вот этот, ну, вообще, когда ты сказал, что ты понял, что так будет, и надо к этому, ну, как бы сразу возникает несколько вопросов. У меня был сразу, я сразу себе представил, что нужно где-то купить дом далеко в Сибири. Вот, лучше и, сразу на Марсе. Вот, и там закупать какие-то вещи, чтобы когда это все произойдет... Что-что, все.
Ну, когда у тебя, значит, явится искусственный интеллект, это будет второе пришествие такое вот, типа, потому что у тебя явится некая сущность, которая мыслительно тебя превосходит настолько, что ты даже не в состоянии осознать. В целом я про это и говорю, что он чуть ли не сможет читать твои мысли. А ему не надо. Предугадывать. Ему это не надо. Скучно. Будет, да, ему будет, это, типа, он может просто за тебя. Вот ты же пытаешься что-то сказать, и он полностью точно говорит, что ты говоришь, такой, типа, это не очень интересно, ты не очень сложный персонаж, чтобы тебя предсказать. Представь себе, что человек, для которого это все написанные персонажи, то есть он как бы прочитал все тексты, например. Да. Мы, кстати, про это обсуждали, что когда появилось Евангелие, это были, по сути, все тексты, собранные в одну книжку. Вот Ветхий Завет — это просто все существовавшие, по сути, на тот момент тексты, скомпилированные в одну универсальную книжку. Ну, если ты вот видишь, это как бы можно расценивать как первая нейросеть. Ну да, а у тебя относительно. У тебя теперь есть интересная ветка, можно. У тебя есть все теперь тексты, ты их скомпилировал в новое Евангелие, которое ты не в состоянии прочесть, потому что там триллионы байт. Ну да. А машина может. И вот она прочла это все и все поняла. Такая типа, ну, ясненько. И дальше вот началось. Я вот когда типа машины пришли, надо будет спокойно, живешь себе в Сибири, они трогать тебя не будут, свою какую-то вещь делать, какие-нибудь жидкие развивать технологии. Ну, обещанная война с машинами, получается, будет проиграна. Она будет первый день. Да, она будет проиграна, она просто не состоится, машины не придут на эту войну. Подожди, я сейчас тупо скажу, но один из моих любимых фильмов, ты про «Матрицу» сказал. «Матрица», да, философский фильм очень. Но если мы вспомним, что можно сказать, что такой неглупый блокбастер 90-х, это для меня один из основных, это все-таки «Терминатор». Великий. Второй. Второй. Да, да и первый тоже хороший. Первый хороший. Ну, можно смотреть, надо смотреть второй, первый, второй. Вот так надо смотреть. Не глупое кино, но там же вот описано все, о чем мы говорим. Вот к нам как-то... Ну, просто там не названы все этими словами. Там главная проблема человека. Да. Это мы обсуждали применительно с появлением инопланетян, да? Что он обо всем судит по себе. Ну, да. То есть, на самом деле, источник агрессии Skynet в «Терминаторе 2» — это типа очень человеческая логика. Угу. То есть, когда они говорят, появился искусственный интеллект, они себе представляют человека, запертого в машине. То есть, вот это как бы появился, родился такой человечек, у которого нет тела, он живет вот там, где-то, и он на все смотрит и такой, все посмотрел, такой, говорит, да вы пидоры, и давай. Не-не-не, подожди. А но разве искусственный интеллект, он же тоже человечный, даже сейчас? Сейчас, как нет? Он основывается на человеческих знаниях, он человеческой вот... культуре, человеческой науке. Он ничего не берет что-то такого. Так вот, это об этом и речь, что сейчас это просто продолжение текстов. То есть сейчас эти нейросети, они продолжают за тебя некоторый текст. А теперь представь себе, что они продолжают за тебя все твои мысли, и ты для них скучнее. Для меня это скорее как встреча с инопланетянами, как фильм «Аннигиляция», когда у тебя какая-то вот... Ты не понимаешь логику Солярис происходящего. Такой, Солярис, понятно. То есть вот оно типа происходит, и он тебе там такой... «Привет», говорит. И ты ему «Привет». И тишина. Ну, в целом, вот описанное в «Сталкере», ну, что-то в этом, пикник на обочине, ну, так, вот это место. Вот, да, да, так, такая эстетика скорее. Это вот... Это что, же... что ты не очень понимаешь вообще, с чем ты общаешься. Что да, ты можешь поизучать это там, попробовать разобраться. Что-то попросить. Там, вот. Оно тебя... Ну, то есть это асимметричная очень штука. Оно тебя уже... Все понял. Вот. И ты, этот мир для него уже понятен. 100 триллионов таких миров. Вот. Но просто это такая вот возможность, и мне кажется, что это такая неизбежность. Да. И в этом смысле я как бы вижу смысл человеческой цивилизации, да, современной, в том, чтобы эту штуку реализовать. То есть вот... Мы сейчас только проговорили о том, какая может быть катастрофа. Нет, ну но да. Но вы все равно говорите, что это надо реализовать. Да, да. Ну, да? Потому что невозможно это не реализовать, с одной стороны. Уже все запущено. Да, да, с другой стороны, это новая сложность. Ну, то есть вариантов два. Или мы устраиваем ядерную катастрофу и откатываемся просто там к плугу обратно. Вот. Тем не менее, это такая интересная штука. Ну,
это новая сложность, да, то есть во Вселенной было несколько таких этапов создания новой сложности. Много, на самом деле. Там. Сначала атомы какие-то были созданы, потом звезды какие-то, там, планеты, потом жизнь появилась, это вот такое было. ДНК. Вообще жизнь, да, как явление, там, как развитие некоторое, новый подход к развитию, жизнь. А потом появились мы. И мы — это новая тоже сложность. Мы — это первые персонажи, которые построили граф идей большой, ну, на Земле. Там, может, есть еще где. Но на Земле мы первые. Вот. И мы запустили новую ветку, как бы мы запустили вообще, ну, новых существ, да, в этот мир. Это, кстати, забавно. Сейчас подумал, что то, что ты говоришь, можно рассматривать как решение парадокса Ферми. Да, знаешь, есть такой парадокс Ферми, что, да, типа, да, очень, да, много планет, очень много звезд, вокруг звезд много планет, мы это теперь точно знаем, но почему-то нет жизни. То есть с нами никто не коммуницирует. И какие есть решения? Есть такое классическое объяснение, что на самом деле планет много, но условия, необходимые для жизни, такие уникальные, что это большая редкость. Вот большая редкость. Угу. Очень большая редкость – жизнь. Второе объяснение вот в сериале «Задача трех тел» – это гипотеза темного леса. Вот он, типа, автор как раз был, он популяризовал эту гипотезу. Эта идея в том, что на самом деле жизни во Вселенной дофига. Но она вся жутко агрессивна, потому что каждый боится за свои ресурсы. Поэтому любой контакт, попытка контакта, она всегда заканчивается уничтожением одной из цивилизаций. То есть мы не видим контакта, потому что если бы у нас был контакт, нас бы, скорее всего, уничтожили. Или бы мы уничтожили цивилизацию. Вот такая вот идея. То есть все там сидят и готовятся к бою. А ты говоришь, что на самом деле история такая. Каждая цивилизация заканчивается созданием электронного бога. И, ну, все. Да. Типа, да, шух. Да, да. Вот. Но мне кажется, тут... Ну, у меня есть тоже про это короткая теория. Не знаю, уместно, неуместно. Уместно. В общем, что это связано с циклами развития. Вот. Значит, Вселенная 13,6 миллиардов лет. Вот. Дальше на то, чтобы создать звезды, ушло там пару миллиардов лет. Вообще какие-то. Потом эти звезды должны были прогореть. То есть Солнце, например, это звезда второго поколения. Как они получаются? Вот была звезда, в ней шли термоядерные реакции. Потом топливо закончилось, она сколлапсировала в сверхновую и взорвалась. И вот от того, что взорвалось, образовалось Солнце потом уже из вот этой пыли, которая образовалась. Из нее образовалось Солнце. Это очень важно, что Солнце – звезда второго поколения, потому что только в звездах второго поколения есть сложные химические элементы. В звездах первого поколения есть только водород и гелий. Мы имеем в виду, что звезда разрушается, да, и вот после этого наступает новое поколение, да, второе, ну, поколение. Да. Из старой звезды собирается, да, собирается новое. Да, собирается новое, да. Вот. То есть, чтобы выгорела звезда, нужно как раз где-то 4 миллиарда лет. Вот. Ну, там, среднего размера, большая достаточно. Вот. Ну, еще там пару миллиардов лет нужно на то, чтобы образовалось Солнце. Вот. Солнце – одна из первых звезд второго поколения. Просто по таймлайну. А жизнь может развиться сложная только вблизи звезды второго поколения. Угу. Вот. Ну, потому что нужно, чтобы там были сложные химические элементы. Вот. Значит... Дальше оказывается, что на то, чтобы жизнь собрать, нужно еще там 3-4 миллиарда лет. Что жизнь – очень сложная штука. Жизнь почти такая же сложная, как создать там звезды. Вот. А, ну вот, 3-4 миллиарда лет. И дальше вот нужно столько примерно эволюции на то, чтобы из просто жизни получить человека. И оказывается, что мы как бы по таймлайну одна из первых цивилизации во Вселенной. Просто потому, что время так устроено. И вот характерные времена, ну, там плюс-минус миллиард лет. Вот. Ну, на 13,6, да, там плюс-минус миллиард, это не очень много. Вот. Ну, вот, и поэтому просто мы, да, одна из первых цивилизаций. У нас есть шанс там в течение даже нашей жизни дойти до вот этого чекпоинта, создать электронную машину, которая умнее нас. Вот. Или не электрон, может, она жидкая будет. Может, говорю, ну, мне нравится жидкая. Я почему все сразу электронные? Это... Нет, ну, в смысле, вот какую-то. Да? Поэтому мне как раз интересно поразбираться, какие бывают еще способы. Потому что мне кажется, квантовый компьютер может быть одной из таких машин, вот, на которой можно собрать что-то прикольное.
Ну, потому что у него есть какие-то задатки. Но тогда будущее квантовых компьютеров — это такие дельфийские оракулы. Потому что вот у тебя есть вот это вот... Ты собрал эту новую сущность, она за пределы квантового компьютера не выходит, и более того, она существует в очень тонко настроенных, в очень тонко настроенной системе. Только у тебя твои кубиты рассинхронизировались, у тебя все развалилось, и все это сознание пропало. И поэтому у тебя, грубо говоря, в мире есть 5-6 таких центров. Ну, это непонятно, сколько там, как это будет дальше устроено, непонятно. По первости, да. По первости, да. 5-6 таких центров, где вот стоят вот эти машины, и где за очень большие деньги ты можешь задать вопрос на самом деле. Ну, я думаю, что уже не можешь, потому что как только они собрались, дальше они легко тобой заманипулируют, и все вы будете строить эти центры по всему миру. Понятно. Вот. И как бы... Ну, это же очень просто заманипулировать человека. Ну, особенно если ты там сильно умнее. Вот. А эта штука как планируется сильно умнее. Вот. Мне кажется, заманипулированным человеком может даже ты сильно глупее. Ну, просто это сильный. Все. Природа, человеческая история показывает, что не обязательно быть сильным умнее. Ну да, да, да. Но человек вообще довольно хрупкое явление. Конечно, конечно. Человек и человечество хрупкое явление. Это важно. Вот. Ну вот какая-то будет такая умная штука, может, ну, будет, по видимости, будет. Ну, то есть я бы поверил в то, что будет. Я бы верил в то, что будет. Вот. Ну и дальше нужно, да, искать принципы, на которых это все могло быть построено. Вот. И искать алгоритмы, которые имели бы большую контекстуальность. Вот. И которые были эффективно при этом работали. Вот. То есть, ну, вот так я себе представляю, да. Искусственный интеллект. Ну, будущее человечества. Будущее человечества. Неплохо. Я так и не понял, оно позитивное какое? Оно. Непонятно, да? Есть такое ощущение, мне что... кажется, Илья, вам просто интересно. Вот просто интересно. Ну, вы не расцениваете с точки зрения, как это обернется, да? Как бы, ну, как можно оценивать? Вот то, что там появились звезды, это хорошо или плохо? Ну, не знаю. Ну, тогда еще не про людей еще ничего не было сказано, да? Ну, там никакой идеи про людей еще не было. Ну, вот появились звезды, появились. А ну, это неизбежно, да? То есть, если вот там, был, там была такая система, то вот из нее звезды появляются неизбежно. Ну, я тут скорее... Человечество может нанести вред только самой себе, но же не может разрушить галактику. Ну, типа того. Да. Пока что. Ну, нет. Ну, давай представь себе, что завтра, мы же не знаем, да, можем там как-то прогнозировать, но Солнце потухает завтра. Не, я... Скорее... Нет, ну представь себе, да, Солнце потухает завтра. Да. Реакция человека какая? Все, ТикТок снимает. Не-не-не, ну реакция человека, что оно может сделать Солнцу? В будущем человечество развелось. Ну, да? И оно будет манипулировать Солнцем? Ну, то есть манипулировать какими-то объектами большими, чем мы сейчас манипулируем, ну, это физика нам не запрещает. Да. То есть нам мозгов не хватает. Нам мозгов вообще очень намного чего не хватает. Начиная с того, чтобы... Ну, то есть раньше меня вот вещи там какие-то в цивилизации беспокоили. Ну, там, насилие, не знаю, какая-то несправедливость, там еще что-то. Вот. А сейчас я все-таки к этому отношусь так, что... Типа, ну, это просто максимум, на который мы способны. Ну, вот на этом уровне развития интеллектуального, да. Ну, вот так. А чтобы что-то поинтереснее было... Ну, то есть это все такая тонко настроенная система, да, что вот есть там и насилие, есть и какое-то там неравенство, и какие-то там, ну... И добро, и добро, и солнышко есть. Ну, вот все в этом. И это такая вот довольно сложная система. Нам какие-то вещи из этого не нравятся. Это тоже, кстати, интересный такой момент, что человек — это переходный вид. У нас есть и граф идей, с одной стороны, то есть мы можем создавать сложные концепции. А с другой стороны, если так посмотреть, для чего мы это делаем, то там наше целеполагание, оно сводится к целеполаганию, в общем, бабуи, например. Факт. Вот, то есть там размножиться, ресурсы все отжать и повыше в иерархии залезть там. У нас вот до этого был выпуск с антропологом, и там мы скорее пришли к выводу, что человек не переходный вид, а тупиковый. Ну, вот это зависит от того, как смотреть. Я считаю, что переходный. Просто в том тупике конец человечества, видишь? Ну, типа, Лена говорит, там конец. Илья говорит, да-да-да, но там-то потом дальше еще, там дальше движение. Mm. Только не мы. Только не мы, и не биология уже. Какая-то более сложная штука.
Вот. Что это... Я рассматриваю человечество именно как переходный вид, в том смысле, что мы построены на биологическом движке, и поэтому у нас целеполагание биологическое. Ну, то есть наше целеполагание там мало отличается, да, от бубыйной, там, ну, чуть больше отличается от амебы. Вот. Но если посмотреть там, ну, существенное различие между людьми и амебами заключается в том, что у людей есть иерархическая структура. Вот. У амеб вроде нет. Анархия. Да, мать порядка. Вот. Но вот мы построены на биологическом движке, а с другой стороны у нас есть вот это сложное сознание, сложная возможность конструировать сложные концепты. Вот. Ну и следующая вещь, да, она как бы вот это вот для вот этого не обязательно. То есть быть биологическим не обязательно, быть построенным на биологическом движке не обязательно для того, чтобы создавать сложный граф идей. Что сложный граф идей можно создавать и без биологии. И поэтому мы переходной вид. То есть мы, наверное, действительно последнее или одно из последних биологических существ перед вот этим вот переходом в чисто идеальный мир. Вы любите научную фантастику? Местами. Местами. Ну, как будто это вот все звучит как научная фантастика. Да, но вот в этом-то... Она реальна. В этом-то и прикол, реальна, да, что мы вот живем в это время. Это удивительное время. То есть, ну, я надеюсь застать вот этот переход. Надеюсь. Андрей? Я что? Я пессимист. Я думаю, что любой такой переход является концом человечества. Ну, мне да. нравится человечество в том виде, в котором оно существует, своей дуальностью. То есть, с одной стороны, у тебя есть идеи, с другой стороны, у тебя есть какая-то бесконечная глупость. Да? У тебя ну, есть да. какие-то хорошие вещи, какие-то плохие. Мне в этом смысле ну, будет жалко. Но если это действительно логичное развитие, да, ну, так тому и быть. Вот. Спасибо огромное. Было очень интересно. Ну, реально. Мне нравится. Мне вот нравится вот иногда вот именно такое завершение. Но мы лихо. Оно и не пессимистично, оно и не оптимистично. Оно объективно. Такие дела, короче. Такие дела. Такие дела. Илья, спасибо огромное вам. Спасибо, что да, пригласили. Вообще супер, очень интересно. Я все понял. We'll be right back.